Рост экономики Японии замедлился. Если в первом квартале текущего года ВВП страны увеличился на 1,3%, то во втором этот показатель составил лишь 0,3%. Главной причиной – минимальный прирост внутреннего потребления, также торможение японского экспорта на фоне кризиса в еврозоне и замедление экономического роста в США и Китае. Очевидно, что низкие показатели Токио связаны с замедлением роста мировой экономики в целом. Это не только Китай, но и США и Европа.